Малоимущим семьям Чукотки помогут оплатить аренду жилья. Законодательство России предусматривает ряд категорий граждан, которым полагается от государства социальная и материальная поддержка, в том числе и денежное возмещение затрат на оплату найма жилья. Компенсация за съем квартиры будет предоставляться малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми, в том числе усыновленными, удочеренными, принятыми под опеку и переданными на воспитание в приемную семью. В этом году на эти цели из окружного бюджета выделено 3 миллиона рублей. Желающие получить данную помощь могут обратиться в Центр социального обслуживания с заявлением. Компенсация производится ежемесячно до 25 числа текущего месяца за каждый предыдущий. С 2020 года в регионе предоставляется компенсация стоимости найма жилого помещения. Такая компенсация предоставляется семьям, состоящим в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Кроме того, она предоставляется многодетным семьям, имеющим детей-инвалидов, а также лицам из числа детей-сирот, состоящим в списке нуждающихся в жилых помещениях. Компенсация предоставляется в размере стоимости найма, но она не должна превышать 25 тысяч в городе Анадыре, 15 тысяч в Угольных Копях и 10 тысяч в остальных районах